Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видео обзор на вот такие вот пузыри мыльные 1 литр, 99 рублей стоили, покупала в фикс прайсе. Вот так они выглядят. Сразу тут водичка, вот не водичка, а жидкость потекла. Вот они не слишком жидкие. То есть вот я немножечко уже попенила, тут пена появилась. А бутылочка выглядит как гантеля. Для детей, в принципе, наверное, хорошо. Можно потом засыпать песка или воды залить и заниматься. Родителям не придется покупать гантели. Она довольно плотная бутылочка. Очень даже, я сказала бы, плотная. Вот. И давайте ее откроем, посмотрим. Я думала, она прицеплена будет, она отдельно там ловится, руки будут грязные. Вот это, кстати, не очень удобно, то что туда залазишь, руки все грязные, вся липкая, как бы неудобно это. Так эта лопаточка выглядит. Вот на ней уже лежит эта жидкость. Ой, 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 ой. Все, потекла, потекла, потекла. Вот она, жидкость. Такая на слайм похожая. Попробуем ее немножечко налить сюда. Ну да, вот видите. Она, кстати, прозрачная. Это бутылка у нас зелененькая просто. Пузыристая. Видно? А, вот видно. На запах она, знаете, запах какого-то ацетона с чем-то проспиртованным, что ли, какой-то такой неприятный, короче, запах. Ну, в принципе, наверное, по консистенции как гель для душа, скорее всего, так. Вот, но неприятно то, что вот руки пачкать приходится. То есть это покупаешь салфетки также влажные. И с влажными салфетками вытираешь. Вот, то есть вот залазишь. То есть влажные салфетки обязательно. Вот, давайте. То есть вот, да, смотрите, консистенция геля для душа. Он довольно хорошо пенится. Вот видно, вот тут он суспенился. Вам, может быть, не особо видно. Вот, внутри даже тут видны пузырики. Вот, также сейчас я покажу, насколько хорошо он работает. Все это будет в одном ролике. Вот, и не переключайтесь, смотрите дальше. Thank you.